О, похоже, еще один мопедик привезли. Сейчас посмотрим. Прикольно. Карпаты. Карпателло убитые. Сейчас достанем, посмотрим. Еще один мопедик будет. О, нормально. Ну, колеса хоть заберу. О. Да, в комплекте с движком, колесики. О, попробуем сейчас накачать колесики, может, целые. Сзади распорки уже какие-то. Короче, сейчас контейнер обопру. О, Карпателло. Ну, целый, в комплекте, можно сказать. А ну-ка. Нету этих, трубочек нету. Провода нету, катушка есть. Вон катушка зажигания. Так, а ну-ка, движок вообще крутится или нет? Так. О! Движок крутится. Ну, такой, компрессии что-то нету. Ладно, сейчас поедем на базу, попробуем завести. Колеса накачаем. Фара разбитая. В общем, заберу на продажу сейчас его. На вес и закину, посмотрим, сколько он обойдется. 52 килограмма. По 30 гривен подорожал металл. По 30 гривен килограмм. Еще движок алюминиевый насчитали. Выходит 1560 гривен. Мопед. 1560 гривен. Да, заберу, наверное, не знаю. Может, кому нужен, перепродам. Короче, кому нужен мопедик, пишите. Готов продать. Ну, мы сейчас его, конечно, попробуем что завести. Сейчас поедем на базу, зальем бензинчик, подключим трубочки, которых не хватает. Посмотрим, искра есть или нет. И попробуем завести, заведется он или нет. Ну, в общем, все, забираю. А вот еще швейная машиночка запряталась. Шкивы нужно забрать. А, о! Вот она. Так, кусок электродвигателя. Так, забираем шкив. О, отбил боковушку. Крепление. Все. Снимаем. О, все. Еще один шкивок у меня появился от швейной машинки. Забираем. О, жесткий диск. Жесткий диск. Говорили, магнит в нем хороший. Какой-то можно вытащить. А я думаю, может, биткоины там есть, можно вытащить. Сейчас посмотрим. 80 гигабайт его объем. Я думаю, стоит подключить до компьютера и проверить, включится или нет. Короче, заберу жесткий диск. Веса здесь практически нет. Ну, не знаю, может, гривен 30 его цена. Проверим. Может, там действительно биткоины на нем. Ну, я вам потом скажу, подключился он или нет. А вот еще конденсатор. От дырчика. Конденсатор тоже стоит забрать. Все, забираем. А вот немножко медицины. Инструмент для пыток. Короче, если кто-то денег должен, в нос вставляете и жмете. Так, ух, со всей силы. Вообще не знаю. Короче, медики, кто есть там, расскажите, зачем вот такая вот штука. О, арматура. Почти халява. Берем. Арматура нужна для строительства новой мастерской, пригодится. Уголки, ну хотя бы арматуру заберу, какая-то десяточка, наверное. Тяжелая, ну ничего, пойдет. Берем. Опа-на, ковадло. Ха, ничего себе, ковадло нужно забрать. Тяжелое такое ковадло, ну ничего себе, килограмм 80. Ну, побитое, попиленное, порезанное, побитое и кусок отбитый. Ну, не знаю. Все равно пригодится, да? Его фрезернуть. Будет ровень, ровная, нормальная наковальня. Наковальня ковадла. Куча ламп горелок паяльных, да? Смолили. И масло нагнетач. Да, я такой один уже продал. А это его копия, один в один. Ну-ка. О, насос рабочий. Качает.
Ух ты, и масло течет, вон вылетает с трубки. Да, это заводской маслонагнетатель. Целый, насосик целый, качает. А ну-ка пробочку открутим, посмотрим. Заводская пробка, ничего себе. Да, с резьбой, вообще в идеальном состоянии. В заводской комплектации. Немножко его подчистить, будет вообще как новый, круто. Ладно, маслонагнетатель забираем. А, он чуть запаянный, видите, латунью. Вот, в одном месте немножко подпаян. Да ничего страшного. Забираем маслонагнетатель. Круто. Опа-на. Насосик. Ножной насосик. Классная вещь. Манометр, правда, кто-то уже открутил. А так-то да. А ну-ка посмотрим. Рабочий или нет. Ну, даже есть название хачмаз. Хачмаз. О, качаю. А, заберу. Короче, преимущество такого ножного насосика. Он может работать без электричества, да? Вот на мопеде куда-нибудь кинуть, на мотоцикле можно накачать колесико где-то в дороге. Ну, если нет аккумулятора или какого-то аккумуляторного насоса. Да, в велосипеде даже можно колесо дома качать. Короче, классная вещь. Насосик, шлангочку заменю, да и заберу. О, какая штука еще классная, заныканная. Это, по-моему, напитки разливали. Во всякие эти, в бутылки так. На заводе чук, разливали в бутылки. Всякие там, я не знаю, какие напитки. Короче, минеральную воду, наверное. Но у меня в детстве был мотоцикл Минск. И в него в глушителе была такая вставленная штука. Ну, трубочки были обрезаны. И вот так вот, ну, как раз в глушитель подходит. Короче, заберу. Может, минчак себе куплю когда-нибудь. Вставлю. Будет как из детства Минск снова. Ладно. Забираем. Смотрите, полотенцесушитель целый. Ничего себе. Нормально. Нержавеечка. Вообще идеальный. Во. Не знаю, что их сдают. Короче, забираю. Отличный полотенцесушитель. Так, сейчас попробуем завести это Карпателло. Посмотрим. О, трасса, даже нету газа. Как же нам покататься? Ну ладно, попробуем хотя бы завести. Посмотрим, заведется или нет. Ну, для начала искру проверю. Вон, катушка зажигания вроде есть. Проводок я нашел. Так, вот у меня из сусеков, с другого дырчика снял. Сейчас прикручу, попробуем под дыркой, посмотрим, есть ли искра. Если есть, зальем бензин и попробуем запустить. Так, искры нет. Вообще нет. Так, сейчас открутим крышку зажигания, посмотрим, может там какая-то проблема есть. О, зажигание есть. Короче, искры нету. Но я думаю, вот эта катушка умерла. Вон она вся облезшая какая. Я думаю, стоит заменить. Короче, снял катушку с другого мопеда, но это точно рабочая, вот она. Сейчас попробую вот эту открутить и поставить эту. Посмотрим, она подойдет вообще по креплениям. Ну так, с виду вроде похожая. Так, прикрутил катушечку, проверим искру. Короче, нету искры, не знаю, будем искать. Найду, значит, хорошо. А нет, так, продаю, короче, мопед без искры. Вот такая находочка сегодня была. Самое главное, это мопедик, хоть и не рабочий, но все равно куча запчастей, там колесики, движочек можно разобрать, кому-нибудь продать. А искру я обязательно найду в следующих сериях, я вам ее покажу и даже заведу. Но если кто хочет приобрести в таком состоянии, пишите ссылку на свой телеграм, я оставлю в описании под видео, в первом закрепленном комментарии. Можете мне туда писать в телеграм, и я вам отвечу, договоримся, и можете у меня этот мопедик приобрести. Ну а напоследок предлагаю спасти наш металлолом. Для того, чтобы спасти наш металлолом, нужно подписать петицию о снижении налогов. И будет металлолом на приемках
гораздо дороже. Ну вот если сейчас по 2 гривны принимаю, то будут по 10. И туда все попрут, и всем будет выгодно. И вы туда понесете много чего интересного, кто захочет сдать за нормальную цену. И много будет классных находок. Для этого нужно подписать петицию с просьбой снизить налоги. Ссылку на петицию я оставил в описании под видео. Огромная просьба всем ее подписать. Ну а на этом все. Всем пока и до новых видео.